Можна багато яскравих слів говорити про талант та професійність. Але цьому молодому та амбітному харківському колективу вони не потрібні. Їх достатньо просто послухати і з перших акордів відчути нереальний рівень можливостей та виконання музикантів. Знайомтесь, хто ще не знає, гурт «The Seymoury». Коли почалась історія вашої вашого гурту? Июня 2008 года. Тобто вже більше року, так? Да, немножко більше года. Ну, достижений достаточно много, написано программа, даже две программы, акустическая и роковая. То есть выступать мы можем везде, где захотим. Записаны две песни, то есть сингл выпущен, и собственно, все. Основали гурт? Ну, фактически, да. Мы долгое время играли с барабанщиком в одной группе, и потом к нам присоединился Виталик, а потом мы решили сделать немножко другую группу. От нас ушли люди, и мы взяли вот Машу на вокал и Олега на клавиши. Чому англійська, чому німецька? Мало могучую российскую. Дело в том, что на русском песни как-то я прекратил их писать в определенный момент. Да, были, на украинском песне были, но поскольку английский мне как-то, может, роднее, может, певучий, не знаю. Ну, в общем, пишу в основном на английском. Ну, на испанском тоже. Это с одной стороны и поп-музыка, а с другой стороны немножко она может быть и качающей, и, собственно говоря, драйвовой. В какой-то определенный момент я поняла, что я ничего кроме музыки делать не могу. Ну вот могу, но это не так получается, не так естественно получается. Для меня это вообще жизнь вся, собственно. Я работаю в музыке, занимаюсь только музыкой, собственно говоря, сплю под музыку, все делаю под музыку, собственно, вообще все. С какого-то времени действительно стало как бы для меня, ну, можно сказать, не может слово этого, смыслом жизни где-то. Ну, семья семьей, да, понятное дело. Но без барабанов я уже не представляю себе вообще ничего. Музыка – это, наверное, для меня больше как второй голос. То есть если вот у человека есть просто голос, он может говорить, что есть вещи, которые он не может сказать на своем родном языке. И поэтому просто музыка помогает тебе выразить какие-то чувства, какие-то эмоции. Moment,
меня иногда рождаются очень интересные, у каждого, в принципе, музыканта, рождаются интересные, необычные вещи, которые я вот зачастую переслушиваю, допустим, то, что мы придумали раньше когда-то там, и я думаю, неужели это могло прийти вот мне в голову, вот такого не может быть просто, чтобы оно вот так просто раз и все придумал, просто потому что как бы оно получилось так. На самом деле это гораздо глубже, мне кажется. Все привыкли сидеть дома, скачивать песни из интернетов и слушать их бесплатно, вместо того, чтобы пойти на концерт и зарядить себя на целый год, там, может быть, на месяц, на два, на год, я не знаю, но концерт и запись – это несравнимые вещи, то есть это идет заряд энергии, мы отдаем энергетику, поддерживаем, и человек ее получает, вот за этим он приходит на концерт. Я обычно, когда выступаю или играю, или придумываю музыку, я передаю какие-то свои ощущения и эмоции через нее. И, собственно, каждая композиция, я в нее вкладываю то, что я чувствую в этой данной композиции. То ли это может быть даже и агрессия, и какая-то грусть, а может быть и позитивные какие-то эмоции. То есть, в принципе, каждая композиция для меня, это она еще и окрашена определенными цветами, то есть и эмоциями обязательно. У нас группа некоммерческий проект какой-то, который там собрал богатый дядя и платит всем деньги. У нас нет материальной заинтересованности абсолютно. Вот. Пока, ну, как бы, пока. Да, пока что. Ну, конечно, хочется просто какие-то плоды получать, чтобы не работать где-нибудь на швейной фабрике или там, я не знаю. Ну, это, на самом деле, к примеру, да. Главный плод в любом случае – это то, как публика реагирует на наши песни. Если им нравится, то и нам хорошо на сцене. Ну, это эмоциональный контакт просто с публикой. Безперечно, цей гурт можна вважати одним з найперспективніших, дійсно багатогранним, позитивним та навіть інтелектуально сповненим, що характерно відрізняє музикантів від інших. Адже так важливо бути особливими. Вони такі. За Сеймур.